Представляю спортсмена. Спортсмен 95 года рождения имеет первый спортивный разряд. Вес 57 килограмм. Лучший результат не угрожал. Итак, первый поединок за звание чемпиона открытого чемпионата 4-й гвардейской кантемировской дивизии, посвященный дню танкиста. Финальные поединки являются 4 минуты чистого времени. После этого Кочетков, 275-й, Санкт-Петербург, самоход на 300 пол.
Бог. Чемпионом этого турнира по армейскому командному бою.